Привет, друзья! Меня зовут Джонни. Сегодня, ребята, покажу вам, что есть еще в этом DLC воспоминания. Как минимум три. Может быть, даже три. И покажу, где находится... Ну, можете назвать его третьим, либо вторым. По счету он будет третий. Потому что сюда немножко в другую сторону, и сюда будет сложно попасть. И сейчас я вам покажу, где еще находится воспоминание копирования великих. Вам нужно вот это погадать. Проход в церковный округ. То есть это замок, пристанище теней. Чтобы сюда попасть, сейчас я покажу вам. Допустим, мы начнем уже отсюда. То есть после того, как вы залутали эту карту, эту локацию. Вот первая локация. Когда вы зайдете, у вас первая благодать. Равнина надгробий. Идете прямо, ну, берете своего кокуна. Добежите до второго, крест у трех дорог. Тут будет развилка. Идете прямо на мост. Тут будет сюрприз, аккуратней. Потом будет благодать передняя сторона замка. Залутаете полностью этот замок. То есть выйдете с этой стороны, лунная площадь замка Энсис. Потом будет здесь крест у дороги. Берете скукуна и бежите прямо и сразу резко вниз направо. Потом увидите руины Мурта. Здесь увидите большую арку. Идете вдоль нее. Под аркой, получается, проходите. Тут увидите внизу обрыв. Есть как с этой стороны чуть-чуть и с этой справа. То есть слева и справа, да, грубо говоря. Без разницы, где вы там пойдете. Вот. Как вниз спуститесь в пещеру, там увидите перед собой большую лестницу. Поднимайтесь по этой лестнице, выйдите из колодца и зайдете сюда, в эту локацию, деревня Бонни. Активируйте здесь благодать, потом пойдете налево, вы найдете здесь возле побережья, скажем так, обрыва, дерево, кривое такое дерево, высохшее, но необычное. Там вы заберете предмет, жест о матери. Какой именно, я вам покажу. Вот. Как только заберете, сразу заходите в эту деревушечку. Поднимайтесь на этот мост, проходите первый мост, потом второй мост. Здесь активируйте сразу благодать, мост, ведущий в деревню. Бежите вдоль этой тропиночки, да, по дорожке. Здесь увидите большого горящего моба, здорового, который горит голова. Можете на него не обращать, просто мимо пробежите. И также бегите вдоль по дорожке. Тут увидите тоже развилку и благодать. Тракт церковного округа. Потом здесь будет развилка сюда налево, а вы пойдете чуть правее. Здесь тоже развилка. И по этой дорожке пойдете прямо. Тут упретесь. Проход церковный округ. То есть вы заходите здесь. Уже сам в этот замок теней. Сейчас я покажу, как вам добраться до места, где нужно исполнить жест матери. И активировать там, скажем так, проход в новую локацию. И там как раз я вам покажу, где находится копирование воспоминаний великих. Так, здесь будьте осторожны, здесь сразу прыгайте, чтобы вниз не упасть. Когда вы сюда зайдете, если вы еще не проходили этот замок, у вас будет все затоплено, имейте в виду. На мобов вы можете не обращать внимания, если вам что вдруг... Не особо они важны пока что. Здесь прыгаем. Здесь тоже прыгаем. Имейте в виду, он там сейчас вылезет черный, красный маг. Серьезный. Не обращайте внимания. Так, вот здесь имейте в виду, вот вам тоже надо разбегаться, чтобы допрыгнуть. Падаем сюда вниз. Аккуратненько. Падаем сюда вниз. Бежим прямо. Здесь маг. Красный. Не обращай мне внимания. Да, он людей даст, поджарит, ничего страшного, хрен бы с ним. Это первый маг. Здесь сейчас будет второй маг. Сразу налево. По этой тропиночке.
Здесь рычаг активируем. Опустится платформа сейчас нам вниз. Она как раз нам будет нужна, чтобы подняться нам наверх. Активируем и поднимаемся наверх. Так, мы поднялись в хранилище образцов. Сразу налево. Тут будет благодать. Активируем ее. Здесь поднимаемся на лестницу. Имейте в виду, лестница длинная. Поднимаемся до конца. Никого здесь не трогаем. Бежим здесь. Поднимаемся по лестнице. Обходим эту библиотеку из камушек, реликвий. Здесь вот поворачиваем направо и налево. Выходим сюда, разрушенную стену. Идем здесь, поднимаемся наверх. Здесь, ребят, будет предмет. Заходим сюда. Активируем благодать. Активируем лифт. Поднимаемся. Аккуратнее наверху мышь летучая. Но нам она не мешает. Абсолютно вообще. Поднимаемся на лестнице. Обходим. Здесь внизу, имейте в виду, будет предмет. Все что. Убиваем летучую мышку. Здесь прыгайте. Прыгаем здесь вниз. Аккуратненько, не упадите. Обходим. Спускаемся вниз. Ничего страшного. Выходим. Заходим в лифт. Опускаемся. Спускаемся вниз. Заходим на эту платформу, спускаемся вниз. Активируем здесь благодать. И мы находимся
пристанище теней здание задние ворота. Там впереди будет босс. Но нам пока он не нужен абсолютно. Идем сюда направо. Вот здесь увидите перед собой закрытые помещения, то есть закрытый зал, больше ничего не будет. Статуя будет здесь посередине. Вот как раз вам этот жест и будет нужен. О матери. Нажимаете его. Вы активируете эту статую, и она сдвинется правее. Дальше вы выходите на другую локацию. Вид на древо упадка. Здесь активируйте благодать. То есть вот мы где сейчас находимся. Имейте в виду. Вы открыли локацию вот в этой части зоны. Берем скакуна. Просто скачем, ничего не обращаем ни на кого внимания. Тут будут сильные боссы. Оба. На них внимания не обращайте, можно просто пробежать. Здесь активируйте благодать. Мост внутренних земель. И дальше берем сукуна и скачем. Осталось совсем чуть-чуть. Вон там, где метка, вот как раз нам нужен тот пункт. Вон то место назначения. Тут не заморачиваемся, оббегаем просто. А они тут спят. Ребята, ну можно, в принципе, с ними подраться, если хотите. Но это не сегодня нам не надо. Тут еще одна есть благодать. Хотя я даже ее не активировал. Видимо, не заметил. Давайте активируем. Пусть будет. Холм каменных пальцев. Берем скукуна. Там он семейка Адамс будет. Но они не нужны абсолютно. Оббегаем эти пальчики. Красивые пальчики. Так, тут, ребята, немножко вниз надо спуститься, чтобы не упасть. Там обрыв довольно высокий. Так, здесь тоже аккуратненько. Там тоже обрыв довольно высокий. Оббегаем. Так, и прямо бежим. Так, там аккуратно пальчики. И вот мы дошли до этого места. Место копирования воспоминаний. Еще одно. Это третье. То есть, чтобы... Я вам не буду сейчас просто показывать. Здесь собор Манус, Метир. Первый саркофаг. Так, надо убить его. Чё ж нам не дают-то никак, а? Так, здесь первый, да? Саркофаг получается. Собор Манус. Вот здесь второй саркофаг. Руины обитателей пальцев Ри. Я по нему делал видос недавно. Как и что до сюда дойти и попасть, я вам показывал видео. И здесь третий. Копирование воспоминаний. Он здесь находится. Нам немножко пальчик помешали. Вот так вот находятся три
третье место копирования воспоминаний. Спасибо, ребят, за просмотр, за лайки, за поддержку. Пишите комментарии, может быть, еще есть где-нибудь. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.